Привет, друзья! Я в таком расстройстве. Называется «Ждали, ждали и дождались». Пришла лисичка. Пыталась понять, какой курицы не хватает. Не хватает нашей бежевой. Гуляки нашей. Но наш такой забор, что не факт, что через этот забор эта лисичка не пролезет. Я не знаю, что теперь делать, как тут быть. Наверное, как-то надо будет просто закрывать кур. Закрыть на этот сезон просто. Потому что она придет, она вынесет заразу всех. Куча перышек осталось. А тут дорожка. Дорожка из перьев до леса, до кустов. А в кустах еще много перьев, кровь. Короче, наверное, сегодня надо будет приехать чуть попозже и просто закрывать на ночь. Другого выхода я не вижу пока что. Только что не радует, что эта зараза днем не придет. А она, зараза, придет точно. Даже не знаю, что сделать, какие тут меры могут быть. Вообще закрыть. Но одним словом, я так расстроилась, что я не знаю, не думается у меня. Сейчас 8 вечера. Приехала, думала, куры мои уже будут в хлеву, но малыши гуляют вовсю, поэтому коз вывела. Козы мои шкодники прорвали здесь сетку. Хочу попробовать починить. Ножницы есть, веревка есть, починю. Как-то надо придумать, укрепить здесь. А что тут придумаешь, я даже не знаю. Какие-то доски пробовать ложить, что ли? Пока что и не додумала. Что-то валяется у нас, камень какой-то. На ночь я их закрою. Но есть вариант. Наверное, сюда приедет наш Альф. Мама смеется, говорит, он глухой у вас. Ничего не услышит. Ну, может, лиса хотя бы почуя запах собаки на территории. Может, все-таки не полезет в курятник. Альф у нас собака дружелюбная. Кур не трогает, цыплят не трогает. Стричок совсем. Ну, он и так любит кур. Кур, коз. Сидят уже некоторые. Наверное, надо будет ворота мои убрать с одного места, переставить козам, чтобы Альф не приставал. Чтобы они не лазили, не рвали клетку. Ну, короче, продумываю план такой, мини-план. Как сделать, чтобы козы не вылазили. Тьфу, козы, куры эти не вылазили. Все в голове перемешалось. Чтобы взрослые куры не вылазили, а лиса на территорию не влезла. Ну, сеточку сверху я закрепила. Лоскутки только валяются. Сейчас подумаем, что еще где придумать. С трудом удалось всех загнать, закрыть. Окно приоткрыло. Козы бьются, не хотят там сидеть. Привыкли, что свободно ходят везде. Итак, я почистила здесь. И сюда я хочу закрыть самых ценных моих цыплят. То есть это всех, кого я определю курочками. Плюс несколько, наверное, будет петушков. Самые симпатичные, самые для меня ценные. А муж этим временем вокруг нашего вольера все затянул сеткой. Сантиметров 70 примерно, а в некоторых местах и больше метра будет идти сеточка. То есть лиса подкопаться не сможет. Также убрали вольер, который выходил на улицу. Так, тут сеточка. Тут за забором сеточка. Здесь поверху сеточка. Плюс камнями заложили бортик. Переловила цыплят, которые мне по своему виду напомнили курочек. Но также несколько самых симпатичных петушков. Тесновато, конечно, но зато не в пасти у лисы. Ну что, вроде защитили наших курочек. Ну а вечером посмотрим, сколько их там у нас останется. Ну что, охрана,
Если сетка не поможет, придется охранник тебе ехать на помощь. Глухой мой охранник, старый мой пес. Но, наверное, без тебя никак не справимся, да, мой хороший?